Ну, это вот я, наверное, уже рассказывала, когда приезжала когда-то. Мой старший сын, когда был маленьким, сказал: «Мама, ну напиши хоть одну веселую песню. Я тебе нашел стихи». И принес мне, мы любили эту книжку, «Рифмы матушки Гусыни», переводы с английского. Чудесная книжка, переводы. Ну, там в основном Аршат, но еще и другие тоже есть поэты. Ну вот он выбрал, ну, максимум, на что я способна, веселых песней. Это вот это. Есть унылый муженек, меньше, чем твой пальчик. Мэри прячет муженька в маленький бокальчик. Посадила на конька Воронова с челкой и послала муженька в город за иголкой. Шила брючки своему коротышке мужу, шила курточку ему, чтобы не мерз он в стужу. Шубу шапкой меховой, ой-ой-ой, чтоб гулять в морозы. И платочек на собой, чтоб утер он слезы. Есть у Мэри муженек, меньше, чем твой пальчик. Мэри прячет мужика в маленький бокальчик, в маленький бокальчик. Бросятся неведомо.
это замечательно. Так, ну что, мы отдохнем, может быть, чай попьем? Да, конечно. Мы забываем, что нас снабжают чаем.